возможно, уже завтра вы увидите небывалый фейерверк. Это будет зрелище, достойное вселенной. Бессмысленно занимать места. Вы все будете в первых рядах. Конец мира уже близок. О будущем не думайте. Человек, тебе придется умереть. Так умри красиво. Это сенсация, бесподобно. Вот этого я от тебя и ждал. Изумительная находка. Я был таким же. В молодости я всегда опережал других. Я любил пустить пыль в глаза так же, как ты. То есть как? Что это значит, пыль в глаза? Ну, конечно, ведь все это вранье. Вовсе нет. Вовсе нет. Ты меня принимаешь за дурака. Иди, иди, дружок. Я пожалуюсь на вас адвокату. Ты позволил надо мной смеяться. У меня есть оправдание. Я не верил, что вы существуете. Я не думал, что это вызывает сомнения. Ты посмел издеваться надо мной и полагал, что это пройдет безнаказанно. Ты назвал меня злобным и мрачным убийцей. Меня, веселое, жизнерадостное существо. Ха-ха-ха. Конечно, я люблю убивать, но делаю это с улыбкой. Преступление против человечества, вот как. Ха-ха-ха. Человечество, жалкое сборище марионеток. Ха-ха-ха. Мне было бы с ними скучно. Ну что ж, я вижу, у вас есть чувство юмора, но оно довольно мрачное. Явление редкое. Хладнокровный убийца. Шутник в маске. Простите. Ну, если бы ты мог себе представить, для чего это вкусно. Когда ты нам все расскажешь, тоже получишь. Понял? Несколько суток диеты. От этого не умирают, господин комиссар. Наоборот, диета полезна. Ну, давай говори, раскрой рот. Вы 2 дня задаете все те же вопросы, а мне больше нечего прибавить. Ах, я не могу больше, не могу. Налей. Ваше здоровье, ребят. Белое вино вредно для здоровья, господин комиссар. Ну, я тебя не спрашиваю. Сейчас я тебе покажу. Ну, признавайся, твоя статья фикция. Вы угадали, господин комиссар. Теперь, когда все верят, ты говоришь, что это фикция. Но это правда. Что правда? То, что все это правда? Наоборот, то, что все это неправда. А? Неправда? Ты совсем меня сбил с толку. Тогда почему Фантомас тебя похитил этой ночью, если ты все наврал? Именно потому, что я наврал. Ты врешь, он врет. Итак, вы меня обвиняете во лжи. Значит, по-вашему, я говорю правду, как долгу? Ой, молчи. Ну, слушай.